Итак, приветствую вас, уважаемые телезрители. Сейчас я нахожусь на объекте. Сзади у меня стоит фернис, который очень довольно-таки старый. И наша задача его поменять на новый, на тот, который с 80% эффективности. Сейчас это старое говно. Непонятно, какой эффективности. Оно, наверное, даже работает, но... Тем не менее, лендлорд хочет его поменять на более новый, современный, сделать все по кодам, по стандартам города. Он запросил соответствующий вот такой вот пермит. Там есть указания, как необходимо это все делать. И сейчас мы, собственно, этим будем заниматься. Какой-то есть момент времени, когда он после ночи. Трепит какой-то. Так, выдрали старый фернис. Сейчас тут помоем, почистим все и будем ставить новый. Знаешь, что ты не сделал? Видно. Давай заскрузим, потом гермить. То есть, если пройдет, окей. Если не пройдет, инспектор напишет тебе там пункты. Ты посмотришь и уже будешь знать. Некоторые путают, особенно новички. И потом фурнис, он вроде включился. А этот не... Ну что, Станислав, какие ваши ощущения после первой установки этого прекрасного устройства Фернис? Не будем говорить, сколько там обошлось это все. А, нет, расскажу примерно о стоимости всех материалов, которые здесь были использованы на текущий момент, поскольку у нас будет еще момент проверки инспектора Мат-Сити, и, возможно, он делает там какие-то замечания, и придется что-то добавлять дополнительно. Сейчас на все про все ушло примерно 1040 долларов на материалы.